В Нерюнгри отравились воспитанники республиканской футбольной школы. Дети почувствовали недомогание после ужина в школьной столовой. За медицинской помощью обратилось 55 детей. 7 из них вчера были госпитализированы в инфекционное отделение Центральной районной больницы. За прошедшие сутки новых случаев не зарегистрировано. Состояние всех заболевших детей удовлетворительное. Сейчас в школе футбола объявлен карантин. Учебные и тренировочные мероприятия приостановлены. Ведется расследование, проводится бактериологическое и вирусологические исследования. Прокуратура и Следственный комитет объявили о начале проверки по факту отравления. 48 детей остались на месте. Мы там развернули обсервационный госпиталь. Организовали два медицинских поста сестринских и оставили дежурного врача-педиатра. Ведутся обсервационные листы, наблюдения. При малейшем ухудшении состояния дети будут также госпитализированы в инфекционное отделение. Состояние 7 детей, находящихся в инфекционном отделении, удовлетворительное, стабильное, ухудшения нет.